Давай, давай сейчас на тебя наведу, а ты помашешь. Все, ребята, решили мы пешком дойти до отеля, в котором будем жить одни сутки всего лишь. И завтра мы поедем в другое место, нам сейчас переночевать, где один денек перекантоваться. Ой, мы все в черном. Вышли с аэропорта, здесь жара, жара, жара. А, Саша решил сразу переобуться. В общем, решили такси. Капкунке. Решили пешком дойти, где-то километр карты показывают идти. Здесь-то есть тротуары, хорошо, а в городе не знаю, будут, нет, они. Фу, ну красота, конечно. Из зимы в лето, да. Но у нас еще не такая уж зима в Челябинске. Хорошо так-то, прохладненько было в Челябинске, Саш. Да? Че? Да ничего. Жарко, солнце. Где-то рядом море. Не знаю, надо... Хотелось бы, да, сегодня его найти, увидеть. Морюшка. Вот у нас чемодан. Мы сами взяли, Саша взял с работы стрейч-пленку. Сами обмотали, потому что это дорого в аэропортах. Рублей 4, я даже не знаю, я не посмотрела, но в том году было рублей 400, по-моему. Да, по-моему, рублей или 500, или 700. Ну, в общем, цены дикие. Из цеха взял Саша эту пленку, вот замотал, и мы с собой еще эту пленку таскаем на обратную дорогу, чтобы замотать тоже чемодан. Блин, жарко, вообще жарко. Все, начинаем потеть.